Приветствую, с вами Александр Джига, и сегодня хочу показать секатор для формировки растений от японской компании. Так, ну что, изготовлен он из высокопрочной карбоновой стали. Ручка, вот так, ну, запаковано все. Ручка прорезинена. Он идет вот такого типа, острый, без изгибов. Вот. Попробуем достать. Вот такой секатор. Закаленный карбон. И вот фиксатор специально для того, чтобы потом не порезаться. Хорошая сталь, хороший материал пластмассы и пружина надежная. Вот этим обрезаем томаты. Всего доброго, подписывайтесь на канал. До свидания.